В Гродно водителей поздравили с Международным днем счастья. Этот день традиционно отмечается 20 марта. Гродненская госавтоинспекция совместно с детским хосписом тоже не остались в стороне. Сотрудники ГАИ, волонтеры останавливали мимо проезжающие машины, но только не с целью наказать за правонарушение в виде штрафа, а поздравить с праздником и вручить скромные подарки. Как правило, большинство водителей волнуются, когда строгие сотрудники ГАИ просят остановиться. Признаются, невольно появляется мысль, что мог что-то нарушить. Только не в этот раз. После теплых слов с поздравлениями на лицах автолюбителей появляются улыбки и хорошее настроение, как минимум, на ближайшие несколько минут. Конечно, очень нравится, полезная очень даже акция. Чтобы все люди были счастливы и радовались, чтобы у всех было хорошее настроение. Ну, самое главное – здоровье. Ну и быть жизнерадостными, улыбаться. Всего же гродненским водителям раздали более 200 флаеров, которые были сделаны с участием мам подопечных гродненского детского хосписа. В планах уже следующая акция, посвященная Всемирному дню братьев и сестер. Она пройдет 10 апреля. Важно обратить внимание на то, что счастье оно есть. Для каждого это свое самое маленькое большое счастье. Для родителей больного ребенка важно то, чтобы ребенок или шел на поправку, или выздоровел. Это счастье. А основное – это когда есть здоровье. А потом своего счастья можно достигнуть. Главное в семье –